Премьера российского сериала «Наследие» состоялась в онлайн-кинотеатре «Премьер» летом 2022 года. Это фантастическая кинолента, в которой снялись как известные, так и начинающие актеры. События в картине разворачиваются в недалеком будущем. Сгазованность, горы мусора, засорение океана приводит к тому, что Земля не выдержала насилия над собой. Она взбунтовалась и решила отнять самое ценное. Массово начали гибнуть дети, не доживая до совершеннолетия. Ежедневно умирает больше детей, чем рождается. Ученые пытались найти способ все исправить, но ничего не получилось. Программа «Наследие» – последний шанс спасти человечество. Главные роли в проекте исполнили Алексей Серебряков, Егор Бероев, Ольга Макеева, Катерина Ковальчук, Константин Крюков и другие. По предварительной информации, дата выхода второго сезона сериала «Наследие» запланирована к показу на вторую половину 2023 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.